Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею «Волшебный квадрат». Такая невезучая лотерея, но надеюсь, хоть сегодня может она что-то даст. Есть тут в этой лотерее 15 призов по 300 тысяч, кому и не интересно, 450 призов по 30. По 30, тут по 300, тут по 30, а тут 1500 призов, аж по 6000 рублей. Довольно-таки неплохо. 150 рублей стоимость, как видите, здесь большая сетка, минимальный приз 150 рублей, 55% выигрышный фонд у нас идет. Счищаем вот эти вот шарики по правилам игры. Тут будут под ними номера. Но, как видите, шариков 12, а тут у нас 9. Вот если 9 чисел совпадают вот здесь, счищаем слово приз, и этот приз наш. Если в этих всех трех совпадают, вот, допустим, счистили, 9 чисел выбрали здесь, совпали. Если хоть одно не совпадает, то все, друзья, как-то так. Подписываемся на канал Технобар Плюс, прожимаем лайк данному видео, делимся своим видео с другими своими друзьями, товарищами, братьями, сватьями, друзья. Подпишитесь на канал, обязательно поддержите лайком данное видео, друзья, стараюсь для вас. Включайте VPN, когда смотрите канал Технобар Плюс. Итак, смотрим, поехали. Первое число 23 на месте, 24 на месте, 19 на месте, 18 на месте, 22 на месте, 26, а вот 26 не на месте, его тут просто нет. Ну да ладно, сколько тут 30 рублей бы выиграл. Так, поехали, 15 на месте, 20-ка также, 13-ка, а вот 13-ки нет, тут 14 минимально, в пролете еще на, 300 тысяч, все понятно. Я вообще, кто-то выигрывал в данную лотерею такие, как 300 тысяч призы и так далее. Ну, тут 22, 27 и 20. 27, как видите, здесь нет и не было никогда. Ну, понятно, тут тоже 30 тысяч. Друзья, напишите, кто-то выигрывал по-крупному в данную лотерею. Первый билет, кстати, без выигрыша. Я сомневаюсь, что-то, что тут можно прям по-крупному взять. Не знаю, по какому принципу тогда эти билеты-то выбирать. Многие, я смотрел еще по соседние, как говорится, YouTube-каналы. Ну, там выигрывают и по 15 тысяч, прям и по 10, по 5, ну, не знаю тут. Ну, это, по-моему, в эту лотерею сделать невозможно. Напишите, как вы думаете, правда или нет, что выигрывают такие суммы. 53, 54, 58, вот оно. На месте 59, 55, 51. 59 уже нету. 55, 51 есть. Ну, 59 нет. А мог бы выиграть 300 рублей каких-то. 59 опять его нет. Видите, да? Тут 150 тысяч. А, все ясно. 48, 53, 52. 48, 53, 52. 51 даже есть. 47 есть, 50 тут же, 49 есть и последняя 54. Ну неужто какой-то приз будет, блин, еще раз перепроверяем, друзья. 48 есть, 53 есть, 52 есть, 55 есть, 51 есть, 47 есть, 50 есть, 49 есть и 54 есть. Смотрим, что за приз. Вот это такой приз, хотя 300-очка уже впервые. Вы знаете, долго не попадались мне выигрыши. Очень долго, друзья. Обратите внимание, билетик с восьмерочкой. 300 рублей, как говорится, в кармане не помеха. Вот так. Есть один билетик. Но тут, наверное, вряд ли что будет в этом. Что-то мне подсказывает интуиция моя, что не будет здесь выигрыша. Ох, как бы я хотел ошибаться, друзья, но... Пока, я думаю, тут ошибок быть не может. Ну да ладно, поехали. 46 на месте. 47 там же. 42 тут же. 41 тоже. 45 также. 49 в пролете. А на сколько в пролете? А, ну на 30 тысяч рублей, правильно. 38 есть. 43 есть. 36 есть, 37 есть, 39 есть, 41 на месте, 42 также, 35, а вот 35 нету, сколько тут?
150 рублей, сраные, извините за выражение, не могли дать выиграть. 45 есть, 46 есть, 41 также, 40 на месте, 48. Все то же самое, история повторяется. Короче, 450 потратил, 300 вернул, друзья. Вот как-то так бывает. Ну что ж поделать, друзья. Давайте еще раз перепроверим. Может быть, тут смысла тут дальше, наверное, нету, да, защищать. Ну тут, по-моему, все числа. Вот 38, 43, 36, есть 42. А, 35 не пролит, не проходит вариант. Вот как-то так бывает, друзья. Ну что поделать, один билетик на 300 вернулся, ну уже хорошо. 450 потратил, 300 вернул. Как-то так бывает. Поддержите, пожалуйста, подпиской на канал это видео. Поддержите меня, смотря через VPN-сервисы видео на канале Технобар+. Я, как обычно, желаю всем удачи, всех обнял.